этих видео. Значит, видео называется «Почему инвесткомпании вам не заработают», где вот рассказывается примерно половина из того, что я вам рассказал сейчас. Просто там больше подробностей. Значит, еще одна история, почему нет компании, которым можно доверить деньги. Там есть такая еще штука, как про мотивацию персонала, обязательно послушайте. Много интересных вещей узнаете, а также про манипуляцию статистикой. Как манипулировать статистикой в инвесткомпании, я тоже хорошо знаю. А в криптофонде манипулировать, почему тоже нет. Значит, дальше, смысл и все, ну, в принципе, я вам уже рассказал. Портрет идеальной инвесткомпании. Портрет идеальной инвесткомпании – это, в принципе, базовое видео, на базе которой сделан вот этот вот доклад. Только он переколбашен на под криптофонды. Все, я вас всех задолбал, я уже понял вопросы и, наконец-то, эвакуируюсь отсюда.